Как минимум 90% китайских новинок, которые приезжают в Россию, это кроссоверы. Но Чанган наконец-то устроил праздник на улице тех, кто хочет обычный легковой автомобиль. На фоне окончания мировых продаж Kia Stinger китайцы сертифицировали у нас лифтбэк с похожим стилем – Чанган Univi. Конечно, он на добрые 15 сантиметров короче Стингера, то есть размером примерно как Шкода Октавия. Но у него обтекаемый профиль и выдвижной спойлер, как у Porsche Panamera. Ручки тоже выдвижные, но этим сегодня уже никого особо не удивишь. В Китае у модели два мотора, на 1,5 и 2 литра, но к нам привезут только младший. В России он будет чуть слабее, чем в Китае. Не на 188, а 181 лошадиную силу. Но крутящий момент тот же. Коробка – семиступенчатый робот, привод – только передний. Ну и, как всегда, главный вопрос – это цена. Частные продавцы просят за такие автомобили как минимум 2 750 000 рублей. Сколько будут стоить официальные машины с гарантией, узнаем уже скоро.